Сюды не привозить экскурсии и об існовании этого места ведают нават не все гамельчане. Разом с тем, это сапраўды уникальное место. Тут находится одинная у городе природная крыница. У рамках месячника по наведению парадку на земле сегодня тут убирали смети и высекали дикий хмызняк. Многие пришли на субботник, который организовала администрация Чыгуначнага района целыми семьями. Депутату городского совета Владиславу Фисенко допомагал 4-годовый сын Владимир. Радует, что все больше людей тоже приходят семьями, все больше людей поддерживает. Мы делаем полезное для всех дело, мы убираем территорию, мы создаем вокруг нас прекрасный, ну, даже не прекрасный, а хороший окружающий мир. Это действительно приятно видеть, когда в принципе, выходной для людей день, люди приходят. Особливая увага подчас субботника непосредственно крыницы, якая лечится святой, и она основала, напевно, еще до заснования города. С початку 90-х за ее доглядают монахини свято-сихвинского жаночего монастыря. Жихары близ лежачих домов постоянно приходят сюда за водой. Кажут, что она не просто смачнейшая за водопроводную, але и вылечивая некоторые хворобы. Крынічная вода завсюды лічылася самай чыстай і гаючай, яна прыцягвае людзей сваёй празрыстасцю і нейкім незвычайным асвяжальным густам. Крынічную ваду называюць жывой і складаюць у яе казкі і легенды. Разам з тым, нягледзячы на папулярнасць гэтага месца, пакуль казаць аб яго добраўпарадкаванасці рана, прычым больш прывабны выгляд неабходна надаць не толькі непасрэдна крыніцы, але і размешчанай побач купелі. Жадаючых акунуцца шмат, але з кожным годам гэта становіцца ўсё больш небяспечным. Выправіць сітуацыю мяркуецца ўжо ў бліжэйшы час. Зараз прынята рашэнне аб перадачы гэтай территории свято-тихвинскому жаночему монастыру. После завершения оформления всех необходимых документов епархия почне работы по наведению парадку. Строительства как такового здесь не будет. Здесь будет облагораживание территории. Будет положена новая дорожка, будут поставлены скамеечки, будет установлен крест и будет сделана новая купель. Вот там, где люди сейчас все гнилое, доски, все это заменится. Может, вторая новая, чтобы была мужская и женская. Все на все здесь. И все останется в том вот виде, в каком она есть, только облагородится. Олег Тинтеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».